Здравствуйте, друзья, с вами я, Татьяна. А и сегодня мы с вами будем делать вот такую вот замечательную звездочку. Вот, делается она из прищепок. Украшается, декорируется. Вот, и ее можно повесить на Новый год, украсить ей квартиру и такими звездочками. Себестоимость ее очень низкая, а смотрится она очень прикольно. Посмотрев видео, заходите на канал. На канале много всего интересного. Подписывайтесь. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы следующее видео вы не пропустили. Итак, начнем. Итак, для того, чтобы создать такую звездочку, нам надо прищепки. Обычные деревянные прищепки. Я их уже разобрала вот на такие половинки. Какие-то украшения. Клеевой пистолет. Я взяла акриловую серебряную краску. Вот кусочек веревочки, ниточки, украшения, какие хотите сами. Серединку я украшу таким кабошончиком. Его я взяла у своей сестры, она их делает сама из эпоксидной смолы. Мастер-класс вы можете посмотреть на ее канале. Ссылка на ее канал будет под видео в описании. Итак, для того, чтобы сделать такую звездочку, за нас производители прищепок уже все сами решили. Нам просто надо очень четко, без смещения, склеить наши прищепочки спина к спине. Причем, смотрите, в одной из пар прищепок со стороны, которая уже, вот не с этой стороны, где защипы идут, а вот с другой, мы проклеиваем нашу ниточку, чтобы потом за нее можно было вешать. Вот смотрите, мы их склеили, и если их положить... соединить вот так вот этими местами, то получится четко звездочка. Теперь нам надо аккуратно эту звездочку склеить. То есть мы берем одну, приклеиваем так вот, чтобы ровненько было. Последняя у нас вот сюда вот войдет. Сразу промазываем две штуки. Хорошо сюда заносим и прижимаем. Вот мы собрали нашу снежинку. Вот у нас петелька, за которую мы будем вешать. Это у нас вклеено. Вот теперь мы давайте ее покрасим серебряной акриловой краской. Если у вас есть другие краски, или гуашь, или еще что-то, пожалуйста, можете красить, чем вам будет более интересно. Итак, наша серебряная звездочка высохла. Вот, теперь мы давайте ее немножко украсим. С одной стороны по одному, с другой стороны по другому. В серединку я хочу поставить такой вот кубошончик, который делает моя сестра. Мастер-класс вы можете посмотреть в ссылке под описанием. По кругу аккуратно мажем клей. Вот. Здесь мы приклеили. Теперь давайте лучики с одной стороны сделаем вот из... такой дорожки. Посмотрите, мы наклеили, какая красивая у нас получилась такая звездочка, а с другой стороны она, ну, пустая. Ее можно такую пустую оставить, а можно, ну, допустим, наклеить что-то тоже. Давайте другое какое-нибудь оформление. Я вот, у меня есть такой вот голографический фоамиран. Я думаю, что, наверное, надо им наклеить такие вот полосочки. Ну вот, смотрите, какая красивая получилась звездочка. С двух сторон она разная. Это просто идеи. Вы можете придумывать свои замечательные идеи. Творческих вам успехов! Если вам понравилось видео или понравилась сама идея, детей много у нас у всех. И такие красивые украшения можно принести в школу, чтобы украсить свой класс. Или елку новогоднюю школьную. Если вам все понравилось, ставьте пальцы вверх. Заходите на канал, подписывайтесь. Творческих вам успехов. А теперь пока-пока.